На ринге лучшие боксеры страны, мастера спорта и кандидаты. Всероссийские соревнования по боксу имени Иосифа Кобзона стартовали 6 сентября в волейбольном центре. В турнире памяти приняли участие спортсмены более чем из 20 регионов России. Этот турнир проходил в Забайкалье еще при жизни Иосифа Давыдовича. Он его организовывал. 15 лет он проходил там, но с уходом Иосифа Давыдовича мы решили с семьей его перевести в Московскую область. Были небольшие трудности, но мы это сделали. Более 100 участников в возрасте от 19 до 40 лет. На ринге демонстрируют прекрасную подготовку, красивый бой. Еще одна особенность этого чемпионата. Уже третий день в городе Одинцово проходят всероссийские соревнования класса А. Класса А – это где участвуют только кандидаты и мастера спорта. Бои шли на протяжении недели, оценивались по олимпийской системе. Проигравшие выбывали после первого поражения. Причем на ринг выходили как представители сильного пола, так и девушки. Спасибо вот организаторам, спасибо вот фонду Кобзона, что предоставил, помог, поддержал нас в этом плане, что мы проводим такое хорошее соревнование. Уровень хороший. Со всего России 24 региона приехал сюда. Это много значит. Завершили соревнования 11 сентября, где были разыграны золотые комплекты наград. Мария Шматкова, Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».